Доброта и труд все перетрут. Красноярец сам очистил свой двор после обильного снегопада, который обрушился на город в минувшую пятницу. Мужчина не стал дожидаться дорожной службы и субботним днем, взяв в руки лопату, принялся за работу, не догадываясь, что попал в объективы камер наружного наблюдения. Видео вскоре перекочевало в интернет благодаря жительнице Красноярска Галине Дмитриевой. Просматривая записи, женщина узнала на них своего соседа. На кадрах видно, как мужчина устраняет последствия снегопада. Большой лопатой он очищает несколько парковочных мест, выгребая снег из дворового проезда. Такой простой, казалось бы, поступок очень восторженно оценили красноярцы. Всего за несколько часов видеоролик собрал свыше 1000 лайков и положительных комментариев.